Хей, йога, с вами Шмики, мы продолжаем проходить игру под названием Минория. Минория. И, короче, походу, это тоже финал, потому что мы с вами... Подождите, точно, я же получил еще записку в архивах. Двадцатку, да? Королевский дворец Эризимии. Бывший дом знати и нынешнее логово принцессы Поэми, ставшей ведьмой. Церемония серьезно повлияла на интересные дворца, и теперь все в нем покрыто плесенью... плющом и цветами. Так, что нас интересует? Меня интересует карта. По сути, мы уже все с вами исследовали, что вообще можно было исследовать. Да? Тут нет больше нигде ни проходов, ничего. Ну, по идее, да, все. И у нас только один путь, это вот сюда. И я думаю, это уже, считайте, финал. Мамадуры из пиксель-арта превратилась в 3D. И на самом деле неплохой. Неплохая 3D. Ага. Но, не, все равно, смотрите, сколько монет еще. Физический фамиан. Какой там физический, вот он. Создает вокруг персонажа энергетический взрыв, но поглощает 5% макс здоровья. А, дерьмо, я понял. Подожди, фамианы. Нежный фамиан, раз так, дает небольшой шанс пережить смертельным. Атаки наносят дополнительный урон от оглушения. Улучшение получения урона. Бля, не знаю, ну ладно. У меня два варианта, либо наверх, либо вниз. А все равно, если я сдохну наверху, я появлюсь, поэтому не страшно. Жалко, что непонятно, в каком оно конкретном месте издает звук. Типа, звук издается и все. Наверное, мне вот кажется, что где-то здесь. Либо здесь опять это... мини-платформа. Не, все равно, видите, издает звук. Ха. Странно. Ладно. Блин, у меня столько вариантов, куда пойти. Окей. Ладно. Или не ладно. Не знаю. Гоу, короче, вниз. Я как раз сохранюсь. Поехали. Может быть, там что-то да и есть. Если... Блин, я не знаю просто, где финальный босс, поэтому я не хочу упустить какую-то часть карты. Я хочу всю карту исследовать. Плохо то, что это перо сохранял как-то очень далеко. То есть, если я сдохну, мне все равно придется довольно далеко бежать. Что, давайте посмотрим, что здесь. У Сатаэли. Сатаэли известна своим особым колдовством, способна поднимать тела в виде зомби, скелетов и фантазмов. Ее искусство довольно популярно, и многие ведьмы начали копировать ее с самого его появления. Сейчас она осела в Каршне, к югу от Ранилья. Именно оттуда должен отправиться отряд, призванный поймать ее и вернуть черный гримуар. Архив. Ой, точно, я же архивы еще какие-то получал. Так, архивы 29.
Так, в конце концов, священная канцелярия обратилась к алхимику Архимеду, благодаря их финансированию он отринул свою тягу к литературным судам и занялся раскрытием секрета ведьмства. Ему приказали держать свои исследования и эксперименты в строжайшей секрете, так как для них происходили использование спорные методы на живых людях. Стоит ли говорить, что, несмотря на число жертв, Архимеда и его исследования почти не дали результатов. Однако в ходе экспериментов он открыл некий способ очищения ведьминских растений. Благодаря этому способу удалось создать особый вид фимиама для применения в бою. Так, что еще у нас добавилось? Комфора. Святыни священные. Ой, короче, понятно. Облажался я. Наши города наводнили мертвецы, как и как предрекал оракул из Еувии. Многие рыцари обратились в ереси. Их одурачили обещанием бессмертия. Или, может, зачаровали. Остальные трусы сбежали на побережье. Теперь наше море заполнено бесполезными трупами. Война обнажила наиболее уродливые стороны людей. Мы должны изгнать тех, кто не верует в богов. Сжечь цветы. Опа. Там ямка была. О культе Кальбова. Многие поклонники Кальбова проводили ритуалы с тысячу плящими скелетов. Пляшущих скелетов. Смысл этих танцев был известен лишь самим кобольдам. Доклад о ведьмах. Первое. Люди могут стать ведьмами, если выпьют особый отвар, состоящий из человеческой крови и вещества, похожий на чернила. После этого в течение примерно 10 дней кожа выпившего будет меняться. На ней также могут поступить новые черты. В течение 2 недель тело ведьмы начнет самостоятельно производить чернилоподобное вещество. Это вещество обладает огромной целительной силой. Его еще только предстоит досконально исследовать. Ладно, полетели. Я понял. Здравствуйте. А, так это ж. Они только по прямой пуляют. А вот спящие. Небольшой пьедестал. В нем находится что-то вроде нажимной плиты. Мне нужно тогда сюда что-то еще принести, оказывается. Ага. Так, для этого мне пригодится меч. Хорошо. Предметы. Thank you.
предметы. Предметы. Добро. И что? И что? Заперто. Вау. Вот это вот прикольненько стоять. Предметы. Ну, он, знаете, чем-то похож на того же врага, что и был. Ой, я что-то сейчас задумался. И получил копье в тело. И откуда я начинаю? Ладно, хотя бы с самого начала. В принципе, я могу сразу и наверх пойти. Чем мне терять? Самый верх я не пойду, потому что... Хотя, а что в самом верху? Давайте тогда влево. Что у нас влево? Готово. Раз-два, раз-раз-два. Отлично. Ой, я тебя не заметил, приятель. Архивы 22. Архивы 22. Священная канцелярия. Ревностная... Так. Ревностное служение церкви. Вот почему... Учат тех, кого взращивает в орденах священной на канцелярии. Орден 12 святых, в частности, довел эту философию до крайности. Его адептов с младшества учат не знать жалости и не бояться смерти. Этот орден был назван в честь наиболее уважаемой фигуры церкви, чьи лики взирают на посетителей белой часовни с роскошной статуей и фресок. Влияние этих святых настолько высоко, что новорожденные часто называют в их честь. Монахини этого ордена учат не только возносить молитвы, но и сражаться с ведьмами. Чё, мне кажется, вот это я пошел неправильно, потому что сейчас я приду туда, куда не надо. Архивы 23. Так, священная канцелярия. На вершине иерархии священной канцелярии находится его бесконечная милость. Никто не знает, как он выглядит и что служит источником бесконечных пересудов. Пересудов среди простого люда и священнослужителей. Люди поклонятся ему и святым в надежде на благословение, которое принесет им спасение в покое. Привет. Походу, это о вас, да, говорили, бессмертных? Окей.
теле. Архивы 25. Инквизиция. Инквизиция — особое предназначение монахини и священной канцелярии. Их задача — выхватать допрашивать, пытать и наказывать всех, кто идет против священной канцелярии. Учитывая специфику их работы, канцелярия часто собирает для вступления в ряды инквизиции девочек из бедных или уличных в ведьминском семье. Уличенных. Им обещают возможность искупить грехи, совершенные деяния веры. Некоторые инквизиторы носят черное, чтобы вселять страх в сердце врагов. Они также получают короны и крест, инструменты, позволяющие направлять энергию святых. Вот здесь мне точно кажется уже, что я иду не туда. Так, карта. Потому что я куда-то иду вверх, вверх, вверх. А вниз? А вот вниз я и не вшел. Поэтому я возвращаюсь. Не знаю, какой на самом деле путь правильный, но я выбираю этот. А, я все равно зла не сохранился. Плевать, мне плевать на эти уже медальончики. А, точно, сейчас же эти будут. Я и забыл уже про них. Ой-ой-ой, стой, я забыл, что тут мох. Точно, тут же библиотека. И заметьте, что я по нему попал. По-быстрому в конец, потом обратно. Так, я не помню, тут еще врагов нету, да? Да, тут нет врагов. Здесь немного будет, кажется, враги. А, нет, здесь тоже прямая. Он ли чисто в правую сторону теперь? Блин, я не знаю, ну... Те, где вот эти херовины были, они чем опасны? То есть, их нужно было сломать, пытаясь, ну... Чисто одновременно. Желательно огненного первого из-за того, что он, блядь, шары. Тот просто дает защиту, типа... Бессмертие и все. Отлично. Вот сюда мне кажется... А, подожди, так мне сюда все равно придется приходить. Того, что у меня этот. Как он называется? Подожди, так, там только цветок. Тогда я не понимаю. Так, это, походу, секретный босс. Хорошо.
Где-то что-то я открыл. Где-то что-то это здесь. Я вообще теперь открыл еще один проход. Ну, как, не проход, а сокращение пути. Ой, тихо. Давай без своих представлений. Я хочу посмотреть, что с этой стороны. Опа. Привет. Йордан хотел монетку, Йордан хотел монетку. Дать монетку? Вот монетка. Друг, 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 друг. Подарок для друга. Вау, изи, Йордан. Мы дали монетку, мы получили. Плюс хил. Это действительно классно. А я уже понимаю, что там будет. Заперто. Все. Ну, типа, проверено. Здесь у нас ничего не было. А, нет, тут ведьмы были. Мне кажется, вообще плевать. Ну и тут проход. А точно перед этим преграда была? Блин, там что-то хорошенькое. Ладно, заберу. Вы получили способность искажения удар. Подпрыгнув... Так. Важно нажмите кнопку уклонения, чтобы применить новую атаку в ли... Там что-то взлетело, поэтому я отсюда валю. Там либо дракон, либо что-то еще типа того было. Так, окей.
Не знаю, как это девчуля. С мечом. Как обычный рыцарь. Все. Адер. Стар святой какой-то. Деревянная статуэтка святого. Раскрашенная статуэтка святой. Некоторые фигурки внутри полые, так что в них можно хранить фимиамы или золото. Однако это довольно тяжело. Что-то изи. Только для чего это было сделано? Непонятно. И куда мне теперь идти, тоже непонятно. Чего? Подождите. А не, а чё, я нихера не подобрал такого. Стоять. А ну, давайте быстренько вернемся туда, где мы были. Здесь. Закрыто, я не знаю, куда мне идти. Я понимаю, мне это не суждено, надо узнать. Не, мне кажется, полоникам будет очень хорошо давать станы. Вниз. Стоп, у меня экран немного на... Окей. Так, подожди. Что у меня здесь было внизу вообще? Я пройти не мог, потому что там этот нужно. Какую-то херь положить, да? А, да, все. А сейчас босс. А у меня это не фул ХП, я не сохранился. Классно. Отпусти меня, пойми. Это безумие, пора прекратить. Беспокойся, милая сестрица. Осталось совсем немного. Церемония завершена, и лес Минори наконец-то здесь. Хватит, пойми. Тебе сожгут заживо за свои грехи, тебе и твой проклятый лес. Милая сестра. Брат. Не-не-не, я туда сейчас не пойду, подождите. Дурачок, поэтому сначала мы сходим сохраниться. Да, да. Потому что ну его нафиг. Кто знает, что может там произойти? Никто не знает, что может произойти. Но я точно знаю, что там вылетел дракон какой-то. Это было точно. Это было видно. А если что, у меня будет сокращение пути. А вот там еще вот наверху есть что-то. Ой, посмотрю, что здесь еще есть наверху. Вон, видите, справа, в центре. Thank you.
как стоять предметы. Серебряная монетка. А, то есть она вообще беликает посрать, да? Ну, там где-то монетка. Ладно, посрать. Я думал, там что-то ценное, на самом деле. А там сраная монетка. Предметы, меч. О, чернилка. Ладно, неплохо. Не знаю, что тут. А, теперь понял, что тут. Снизу. Не понял. Какое-то сокращение пути. Раньше это было. Ну да, сокращение пути. Так, предметы, меч. А, тем. Ну что мне от этой монетки, скажите? А не, это не монетка, это секретный проход. Если так, тогда лучше сделать вот что. Перед этим сохраниться. Перед этим сохраниться. Вниз спрыгнуть. Фимиан чистой реки. А, это была. Где можно травиться. Угу. Тихо. Я понял, что делать. А это чисто вариант пойти по верху, да? А не, видите этот меч? Станет. Хм, окей. Тык-тык. Опа, стоять. Ну, получается, этот чисто на урон, а тот на станы. Будем надеяться, наверху нормально. Thank you.
И для чего это? Рычаг. Ага. Ага, это подъемник еще какой-то плюс. Записи, карта. Подъемник только туда. Например, поехали. Я уже понимаю, что это конец. Я уже чувствую финал. Я ощущаю. Так, если хочу сдохнуть, я могу пойти просто туда. Я не хочу сдохнуть, поэтому я иду вниз. Так, взяли бомбу. Полетели. Интересно, могут ли у меня убить эти камни, если я в них останусь? Наверное, да. Так, заперто, окей. Кровавая речка. Ну, ведьмы ж любят, да, купаться в крови. Куда же правильный путь? Королевские останки. Предметы. Стопаем. Королевские останки и череп. Всеми любимой короле Ремези. Необходимо принести поэмии для проведения церемонии. Благочестивое. Здесь у королевы бесплекословно следовало догматам священной канцелярии, чтобы поддержать здоровье отношений между церковью и короной. Этот союз был необходим для управления королевством, но однажды оказалось, что она тайно занималась ведомством. В качестве наказания ее сослали в белую часовню и подвергли пыткам. Подданные так и не узнали о ее ереси. Вау. Хорош. Окей. Что-то как-то... Очень быстро. Скажу, что... Ой. Что она что-то из себя сложное представляет.
Ой-ой-ой, тихо-тихо. Я понял, что тут еще есть какие-то проблемы. Херня, как это с воздуха падает. Все? Серьезно? Это босс? Уровень повышен. Душа, видимо, очищена. Как-то очень легко. Но сестра Самили, вы целы? Я так и испугалась. Хорошо, что мы выбрались живыми. Да-да. Ну, какой-то враг был очень слабый. Окей. Наверное, так и должно было быть. Так, подожди. А, предмет... Ой, блин, на записке постоянно путаюсь. Ага, наверху сам. Хорошо. Церемональный лес. Ах, я вас понял. Если это церемональный лес, тогда нам лучше пойти наверх. Все-таки узнать, что там. А самое простое это было сюда, да, пойти? Отхилился, ладно. Ну, пускай будет фул хп. Сейчас быстро вверх съездим. Посмотрим, что наверху я как раз все равно сохранился. И можно пойти будет в церемональный уже этот лес. И закончить игру. Ну, замок довольно большой. В постели принцессы Амелии лежит небольшой подарок. К сожалению, учитывая его состояние, он ей вряд ли понравится. Все. Окей, давайте я тогда в лес пойду. Кажется, я простой народ нашел. Вот он висит. Но его, походу... Та херовина использовала в виде бассейна, видите, для крови. Либо это жертвоприношение было. Так, ладно, мы попадаем в лес. Церемональный лес. И... Я не думаю, что эта локация будет. Что это за место? Это лес? Неужели вся церемонально затеевалась именно ради этого? Или ради него? Я не понимаю, что это за цветы плетают. Подождите, а у меня всегда был костюм черный? Просто я только заметил. Ладно, давайте тогда, я думаю, на этом закончим. Сейчас цветок заберу. Поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, если это уже финал, тогда я объединю их, поэтому всем пока.